Это автомастерская доктора Машинковой. На улице жарко. Даже скрипыш прячется от солнца в тень. Доктор Машинкова тоже сидит в тени и мечтает о мороженом. Вот едет грузовичок, который продает мороженое. Привет, грузовичок! У тебя есть мороженое для меня? Давай посмотрим, что у него в кузове. Ой, какая-то лужа под машиной. Нужно разобраться. Это же растаявшее мороженое. Холодильник сломался. Срочно заезжай в автомастерскую, грузовичок. Будем тебя чинить. Где здесь холодильник? Как он работает? Посмотрим вместе. Внутри холодильника есть специальная трубка, испаритель. По ней бежит газ, фреон. Газ забирает тепло, и в холодильнике становится холодно. Компрессор толкает фреон в трубку, которая называется конденсатор. В ней газ остывает. Он передает тепло окружающей среде, а сам переходит в жидкое состояние в виде конденсата. Потом он попадает в капиллярную трубку. Фреон снова становится газом, который забирает тепло из холодильника. Как только температура опускается до нужных показателей, термометр отключает компрессор, и газ перестает циркулировать. Так устроен любой холодильник. Но в этом холодильнике что-то сломалось. Фреон в трубах есть. Компрессор работает. Что не так? Почему в холодильнике тепло? Идея! Что, если сломан термометр? Точно! Он не показывает правильную температуру и не включает компрессор. Термометр нужно заменить. Откуда его можно достать? Из старого телевизора? Из холодильника? Или из стиральной машины? Да, конечно, из холодильника. Скрипыш везет старый сломанный холодильник. Давай посмотрим, где нужная нам деталь. Нашла! Это термометр. Меняем старый термометр на новый. Готово! Фреон начал двигаться по трубкам, и в холодильнике стало холодно. Доктор Машинкова, надо выходить, пока ты не замерзла. Грузовичок может ехать за новой партией мороженого. А в благодарность он угостил доктора Машинкову последним нерастаявшим мороженым. Спасибо, грузовичок!